Привет, друзья! Для тех, у кого встал вопрос, где взять керамические шарики для детента, для того, чтобы поставить в лайнер, чтобы пободрее был открытие было пободрее. Вот, собственно, это видео. Значит, чем отличаются шарики? Вот, смотрите, вот это шарики от подшипника, они 1,58. А в лайнере обычно 2-миллиметровые. То есть, видите, визуально даже видно, что они больше. Вот, стоит 50 штук, стоит 500 рублей, 450 рублей. Можно купить 20, то есть поменьше, по-моему, 350 стоит. Ссылка под видео. Вот, я, значит, у меня так мало осталось, потому что я с товарищем раздал. Но все равно, я штук где-то 15 ножей я заменил. Значит, для Kinaisha подошел шарик. Он у меня было поскрипывание на стальном шарике, на керамике такого нет. Стало лучше. Так, значит, Zealot у нас тоже имел стальной шарик. Также я ему заменил на керамический. Тоже стал пободрее. Здесь вообще отлично все. Сразу он, конечно, не работает, нужно какое-то время, чтобы притерся. Также SteelClaw подходит 2-миллиметровые шарики. Собственно, для SteelClaw в первую очередь и для Kinaisha я их и купил. Тоже стало получше. То есть здесь у нас вообще фторопласт, вот видите, он торчит еще даже. Это потому что я подрезал уже. Вот, то есть также пара, еще первая с лайнером. Тоже стало гораздо бодрее. Ну, не сказать, что прям вот гораздо, но она еще прорабатывается со временем. И четверка моя. Четверка тоже имела поскрипывание, что меня тоже раздражало. На керамике это прошло. То есть керамика вылечивает поскрипывание, что, собственно, мне нравится. Вот такое короткое видео. Кому интересно, ссылка под видео. Можно купить таких шариков и вставить их. Вставляется легко, шилом просто выбиваете старый шарик и пассатижами запрессовываете новый. Все, никаких проблем.